конечно. Хорошо. Я на вас, да, но камеру вы не замечаете. Да. Хорошо. Ну, чудесно, там на работу можете. Только не отворачивайтесь. Показывать нужно работу? Нет. Ну, вы хорошо, да. Вы, главное, свободно чувствуете себя. Главное, не отворачивайтесь вообще. То есть на работу лучше не поворачиваться, потому что... Хорошо, да. Все, тогда только вот этот вот треугольник. Да, давайте. Да, вы начинаете? Вопросы будете задавать, да? Да, хорошо. Вопросы, вопросы сколько самом вопросов? 555,5. Ориентироваться на время. А то мы сейчас все расскажем за два вопроса. Вы нам все расскажете прямо сейчас. Нам самое главное, конечно, когда заходит, как вы говорите, неподготовленный зритель и видит все вот эти фотографии, разбитые по сериям, по каким-то блокам, а сразу возникает вопрос, что это за блоки, как они называются, чему посвящены? Это не блоки, это на самом деле части одного и того же первого этапа. И этот первый этап нашего проекта, который говорит об очень простой и сложной вещи – идентификация. Когда идентификация настоящая? Где та сущность, которую мы считаем, что она настоящая? В первой, второй, третьей или четвертой? Это мы пытаемся найти. Мы не говорим, что мы нашли ответ, но мы пытаемся это найти. Что такое идентификация чего? Ну, давайте, наверное, начнем, да, начнем с того, что мы назвали проект Universal Identity или универсальная идентификация. То есть, когда человек рождается, у него нету никакой идентификации, он чист, как чистый лист бумаги. И потом общество, семья, воспитание, школа, все что угодно, просто жизнь наслаивает на него определенное отождествление, то есть человек вынужден отождествляться с образом. Вот. И очень часто, то есть эти образы, они не всегда, скажем так, аутентичны. Плюс тот факт, что культура, множественные культурные ценности, они накладывают такие глубокие слои, они же откладываются у нас в подсознании, и ну, человечество в своей массе, оно даже не отслеживает вот это вот триединство души, которая воплощается в теле, разума и иго. Иго выполняет определенную роль, то есть оно подчиняет разум и подчиняет душу своим каким-то задачам, скажем так. И вот мы решили просто в такой стерильной атмосфере студии, фотостудии, заснять непрофессиональную модель. Кстати, что это за модель? Очень красивая женщина. Очень красивая, да. Джина, она, кстати, психиатр, что нам очень сильно помогло, потому что мы выстраивали определенный сценарий. То есть мы ее как бы не то чтобы гипнотизировали, но говорили ей, внушали, да, внушали. Мы направляли ее, направляли больше, чем ее, говорили ей конкретно, что делать. Мы дали ей полную свободу выражения, например, эмоционального. Мы не задавали ей изобрази радость, изобрази горе, изобрази любовь. Нет, мы, в общем-то, пытались поставить определенные вещи, которые ее будут выводить. Но в основном дали ей свободу вести себя так, как она ведет. И то, что происходило с ней, для нас тоже было для самих открытие в некотором смысле, потому конечно, что мы заранее не ожидали, как мы это получим. Мы знали, что мы ищем, мы не знали, как мы это получим. Вы объясняли вашу идею, то есть вы просили что-то изобразить, силу, допустим, как в этой работе, или легкость, или игривость? Нет, мы давали намек. Задачи? Нет, мы давали намек, а человек, в том-то все и дело, когда ты даешь конкретную задачу, человек пытается ее уже воплотить, а когда это намек, то на поверхность выходят подсознательные, скажем так, архетипы, которые глубоко укоренились уже в подсознании. Поэтому то есть то, что получилось, это был, в общем-то, эксперимент, научный эксперимент, строго научный эксперимент, скажем так. В этом смысле дополнить, мы даже видели, каким образом это изменяется при наложении краски, потому что это уже появилось как защитный слой. С одной стороны, для нас метафорически было очень важно, что ведь краска здесь, она тоже не выполняет роль какую-то абстрактную, она выполняет роль некого проявления внутреннего существа. И это было двояко, потому что для модели... Сознания. Да, для модели как это... Черное и белое? Черное и белое, да. Вы, кстати, видите, что здесь черное и белое использована краска, здесь ничего другого не использовано. Вы тоже сегодня в черном белом. Мы, кстати, не договаривались. Не договаривались, да. Я честно, я тоже не договаривалась. А вам мы позвонили. Да. Вот, поэтому маска, которая более сильный элемент в композиционном плане, который позволяет действительно очень сильно отождествлять с скрытием личности, краска, мы обратили внимание, даже она уже позволила модели выразить себя по-другому. И, конечно, это завершилось все с тем, когда маска была одета, потому что была целая фаза искушения, была целая фаза, когда модель примеряла маску, стоит ей или не стоит ей, как она себя чувствует, с ней или нет.
И вот эта вот часть, это была та же самая, очень необычное для нас открытие, которого мы не ожидали. А вот эти разделения по названиям, например, исход. Исход. Да. Белый, чистый, да, не испорченный. Да, то есть мы пришли, поставили человека, значит, на подиум, на чистый лист бумаги. Угу. То есть да. Вот таков, да. Каков он есть. Да. Дальше и империя. В нем, да, дальше империя. То есть империя, ну, скажем так, душа божественна, да? Во времена Римской душа, империи, не империя. Душа, она еще помнит свою связь с божественным. Во времена Римской империи и даже в Греции, то есть очень сильно была взаимосвязь, то есть все верили в богов и очень сильно об этом помнили. В наше время это уже очень сильно отдалено, особенно в нашем обществе. Здесь мы немножко, скажем так, навязывали ей эту идею, то есть она вспоминала свою силу, то есть свое родство, значит, с божественным, с волей, все, что связано с воплощением и с желанием быть воплощенным и действием в этом мире. Дальше пошло уже искушение, вот дальше уже пошло. Искушение, чтобы мужчина рассказал. Да, хорошо, да. Искушение, на самом деле, не будет в сексуальном плане, потому что искушение – это очень многоликая вещь. Искушение может быть желанием, искушение может быть стилем жизни, искушение сокрытие. Может быть сокрытие. То есть это искушение в самом широком смысле этого слова. И, кстати, то, что мы выбрали обнаженную натуру как наш основной образ, это тоже непросто, это не связано с сексуальностью, с таковой, каковой она есть в понимании сегодняшнего дня. Mm-hmm. Это связано скорее с тем, что человек не защищен, нет одежд, он гол. Да. Вот хотела спросить. Вот он как пришел в мир, такой он и остался, то есть душа, воплощенная в теле. То есть вопрос, вы считаете, что эта модель, она ведь не только внешне обнажается, она обнажает свою и внутренне, безусловно, конечно, это первое, цель. Да, это первое. Это да. Первое, да. Это первое, да. Просто... Есть еще вопрос. Да. Современные фотографии много жанра нюда. Да. Вот где грань между эротикой, между пошлостью и где вот различие? Да, эта грань очень всегда тонка. Но она, конечно, очень сильно обыграна консюмеристским обществом, как на Западе, так и у нас стала проникать. Ну, раньше у нас, понятно было, вообще этого не было. А после того, как все поняли, что женское тело будет продавать про любой продукт, это стало эксплуатацией номер один. Mm-hmm. После того, как было целый ряд художников и фотографов работали над этим, то есть в данном случае мы попытались отойти от гламурных глянцевых журналов и дать, то есть то естественное, то есть воплотить ту естественную красоту, mm-hmm. которую имеет женское тело. То есть это даже не любование, это вот таковость, данность того, что дано природой божественного. И дополнить то, что Лера сказала по поводу где эта тонкая грань эротики и то, что мы сделали. На самом деле, я не думаю, что у кого-либо вообще эти фотографии вызывают некую даже намек на эротичность, потому что здесь она абсолютно отсутствует. Здесь присутствует идея человека в его первозданном виде. Она больше, чем что-либо для нас была важна. Но эти работы все равно наполнены сексуальной энергией в любом случае. Любое. Сексуальная энергия – это неотделимая часть энергии. Ну, она неотделима, энергии. Да, конечно, да. Женское тело, женщина-мать, женщина-продолжительница рода. Поэтому есть вот этот восторг. Неважно, мужчина ты или женщина, но конечно. Ты любуешься, ты восхищен этой идеальной машиной. Идеальной машиной, то есть лучшего дизайна, то есть это же top of the line. Очень-очень громко машина прозвучала. Вот, я хотел бы немножко это скрасить. На самом деле, все-таки это всегда в человеческом образе. Да. Для нас это человек прежде всего, то, что для нас важно. И машина для нас менее важна, но вот в империи она проявляется, потому что империя – это уже тоже, как и искушение, не одно единственное понятие, но скорее то есть империя… уже это, идет идентификация, да, идентификация, ложная идентификация. Конечно, конечно. То есть вот здесь начинается, здесь уже появляются некие структуры, построенные обществом вокруг человеческого естества. И вот это вот
структура, мы ей дали наиболее широкое понятие, наиболее выделили ее как империя, потому что империя всегда имеет вот это вот ощущение подавления, подавления структуры, силы, мощи, которой человек может сопротивляться, может он подчиняется. Угу. Давайте поговорим о четвертой стене. Это самое интересное, самое сложное и самое интересное – это апофеоз, потому что здесь вот та дуальность, она получила полное выражение. Mm-hmm. И, кстати, мы раскрою вам маленький секрет, если Лера не возражает, что для нас это было тоже полным сюрпризом. Мы не ожидали, да, мы не ожидали, что это дойдет именно вот до такого логического, эмоционального конца. Это тоже эксперимент для вас. Это был полный эксперимент. Конечно. И дуальность здесь заключается в том, что маска, которая очень мощное средство, мощный символ, где она кому играет на пользу? Модели, которая вдруг почувствовала себя абсолютно свободной и начала проявлять свое естественное естество, потому mm-hmm. что никто ее не может узнать? Или это общество, которое наложило на нее маску и заставляет ее вести таким образом? И вот эта вот дуальность для нас проявилась лучше всего как раз вот в этой серии, и поэтому мы ее так и назвали «Игра». Игра, да. То есть... Чья игра? Ваш ответ. Ваш ответ, да. Краткая цель... Цель проекта. Да, цель проекта. И о планах, если будет продолжение. Да. То есть вернуть человеческому телу ту духовность, которая изначально принадлежит. Вы считаете, это возможно? Это возможно. Это необходимо, конечно, это возможно, да. Это необходимо, да. Но возможно ли это? Возможно, да. Все возможно, если ты начинаешь об этом думать и начинаешь об этом. Если ты думаешь о Боге, ты становишься Богом. Если ты думаешь о пыли, ты становишься пылью. Это мысль материальна. Да, да, угу. Совершенно верно. Совершенно. И искусство может в этом помочь людям, вы считаете? Да, да. Красота, не знаю, я стою на принципах и позициях Ренессанса. Это, то есть красота спасет мир, любовь спасет мир. Искусство – это единственное, что правдиво. Его невозможно обмануть. Можно создавать различные ремесленнические работы, можно создать очень много пены, шума и спроса скандала искусственного, но само искусство, то, как мы его понимаем, его невозможно обмануть. Мы не можем его обмануть, и мы не собираемся, оно говорит за нас. Вот. А о творческих планах, конечно, для нас очень важно то, что эта часть – это первый этап, потому что, не забегая вперед и не раскрывая слишком много наших пока еще очень… секретов. Нет, да. Это не столько секретов, сколько у нас творческий процесс, который очень своеобразен, и мы очень ценим вот эту вот вещь, которая нам позволяет создавать такие вещи. Но, тем не менее, это всего лишь… Первое, мы планируем, что будет еще 3 серии, которые дальше разовьют и доведут идею идентификации, вот этой вот универсальной идентификации, где она еще через несколько образов, которые точно так же архетипичны в человеческом обществе сейчас. Вы говорили сегодня, что у вас эта идея родилась параллельно в двух головах, но вы не думали о ней вместе? Или как это произошло вообще? Ну, мы с Юрой знаем друг друга давно, и у нас параллельно развивались какие-то свои мысли по этому поводу, и мы... Этим летом мы случайно встретились в Киеве, потому что мы живем в очень разных плоскостях, скажем так. И мы встретились, вместе пообедали и начали слово за слово. Мы поняли, что мы думаем об одном и том же. Все соединилось, все срослось так, как оно должно было быть. И до этого мы еще обсуждали проект, но это была скорее та стадия проекта, как обычно, который должен концептуализироваться, где-то осесть, провариться, и потом только всплыть на поверхность. И вот это вот заняло, конечно, порядка там года. Мы начали об этом разговаривать еще прошлой весной, прошлой весной. И вот это вот все время, оно постепенно шло своими параллельными дорогами, параллельными путями, пока, наконец-то, не пришло время. Тогда надеемся, что действительно любовь и искусство спасут мир. Безусловно. Мы не надеемся, мы верим.